Это очень классное чувство, когда ты кому-то идешь отправлять вот такой вот конверт, где находится Авраам Абышаид. И люди его скоро получат и могут потом в дальнейшем по этому документу переехать в Германию. Очень рад за таких людей. И всегда я так трепетно отношусь к тем событиям, которые происходят в жизни людей, которых я помогаю. Вот это письмо счастья для той семьи, у которых я являюсь доверенным лицом. Друзья, приветствую всех на канале Атаманов Лайф. Сегодня хочу вам рассказать о том, как работает сейчас Фридланд, как работает сейчас Bundesverwaltungsamt, так называемый БФА. Потому что, как вы видели в начале этого видео, я пошел сегодня отправлять очередной Aufnahmebescheid. Это уже в моей практике четвертый Aufnahmebescheid, который я отправляю тем людям, которые хотят переехать в Германию, так как я являюсь у них доверенным лицом. На данный момент у меня еще осталось 7 семей, которые не получили Aufnahmebescheid, но у нас все с ними получится, и они обязательно получат свой въезд, разрешение на въезд в Германию. На данный момент БФА работает не в полную меру, потому что я с ними созванивался приблизительно 2-2,5 недели назад. Они сказали, что нужно набраться терпения, так как сейчас время карантина. Они работают не по полной, как бы, программе. Поэтому те, кто ждет от БФА какие-либо документы, вы должны набраться, друзья, терпения. И у вас обязательно все ваши документы придут, и вы получите все то, а точнее, вы получите возможность переехать в Германию. Что касается моего участия в качестве доверенного лица здесь, в Германии, я помогаю семьям, которые меня об этом просят, которые проживают на территории других стран, Казахстан, Россия и другие страны, и которые хотят сюда переехать. Я всем помогаю. Если вы спросите, сколько это стоит, я сразу скажу, что это все на волонтерской основе. Если у вас есть такое желание, вы можете какую-то сумму либо что-то другое сделать в качестве благодарности для развития моего YouTube-канала, но вы только будете оплачивать за все время, пока я являюсь вашим доверенным лицом, ваши почтовые расходы. То есть все те письма, которые я отправляю здесь, в Германии, вы должны будете оплатить. Все остальное абсолютно бесплатно. Я хочу помочь людям, и я это делаю. Каждый тот человек, каждая та семья, у которых я являюсь доверенным лицом, это та семья и тот человек, который для меня очень близки, которым действительно я хочу помочь от всей души. Поэтому я и занимаюсь такой вот волонтерской деятельностью на территории Германии. Многие здесь имеют родственников, но родственники не хотят им помогать по какой-либо причине, в связи со здоровьем и какие-то другие причины, просто не хотят этим заниматься. И, как я сказал, таким семьям я помогаю на волонтерской основе. Вот такая коротенькая информация у меня была о том, как сейчас в данный момент работает Фридланд и БФА. То есть они все-таки работают и отправляют документы. И я хочу поздравить ту семью, которая получила документы. Это семья из Омской области. Они получили свой Aufnahmebescheid, и у них теперь начинается новый этап жизни, этап переезда, этап адаптации здесь, в Германии. То есть все это еще вас только ждет. На этой ноте я хочу свое видео закончить. Желаю вам всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео. И всем бисбальд. Чус!